речные заводи. Брожу со спиннингом вдоль реки и вдоль болот. Заводин, бычагов, запрудок кидаю. Ну, пока ничего не поймал. Но на самом деле для меня это не особо критично. Хотя в одну из таких своих поездок и таких своих походов поймал я щуку длиной в 1 метр и 5 килограмм весом. На китайский банальный, можно сказать, игрушечный спиннинг. Но сейчас я на реке Десне, красотища. На этой реке я всегда мечтал побывать. Обычно я езжу на судость. Вот. А это Десна. Это не самое широкое место ее, но все равно классно. А вот моя приспособа. Ну ладно, я на охоту.